Продемонстрировать свои творческие способности на конкурсе «Покажи себя» в Дом офицеров пришли более 50 акерманцев. В своих номерах каждый из участников стремился оригинально исполнить известное музыкальное произведение, удивить зажигательным эмоциональным танцем, либо поразить зрителей словом. В первую очередь этот фестиваль для начинающих талантов, тех ребят, которые или вообще не были на сцене, или пару раз всего. То есть непрофессиональный конкурс, непрофессиональный фестиваль, а чтобы любые дети, даже которых, может, не берут на концерты по каких-то причинам, или которые нигде не занимаются и не знают, где проходят какие концерты, чтобы они могли показать свои таланты. Большинство этих артистов занимаются творчеством совсем недолго и в основном самостоятельно. Каждый конкурсант стремился сделать свое выступление незабываемым. Хореографические постановки, групповые сценки, авторские стихи поражали искренностью и открытостью. Пока одни со сцены удивляли гостей фестиваля, другие рассказали, что подготовили и делились своими впечатлениями. Я буду петь сольную песню «Три зари». Эрика поет. Как давно ты занимаешься вокалом? Ну, около 5 лет, наверное. Я очень люблю петь, и я думаю, что у меня хорошо получается. Я уже давно, давно готовилась, может, 2 недели. Мне очень нравится этим заниматься. У меня есть прекрасный руководитель Людмила Владимировна Ковалева. Она очень хороший педагог, руководитель. Я очень люблю, она хорошая. На что ты сегодня рассчитываешь? На победу, на лучшее. Я сегодня пришел показать один из своих авторских треков в плане рэпа. Хочу, чтобы заценили. А чем ты будешь рассказывать? Что ты будешь читать? Ну, вообще трек, посвященный друзьям, чтобы не забывать своих самых преданных, самых лучших, которые были с самого детства с тобой. Я, в принципе, люблю всякие конкурсы, люблю показать себя, люблю увидеть других участников, таланты. И вполне считаю, что это развивает город, развивает жителей. И я очень рад принимать участие в подобных конкурсах. Вот нам, например, позвонили, сказали, вот хотите выступить? Мы сразу все ответили, да, хотим, пошли выступать. И вот мы здесь, желаем увидеть кого-то лучше себя, кого-то хуже. Помимо начинающих талантов акермана, на сцене выступили и титулованные артисты, танцевальный ансамбль «Днестр». Они, как уже опытные мастера своего дела, дали стимул конкурсантам для дальнейших творческих свершений. Помимо этого, с 22 октября в социальных сетях в группе «Молодежь Фест» проходил конкурс на лучшее авторское произведение о родном городе. 9 ноября награды нашли своих победителей. Фестиваль «Покажи себя» стартовал еще в прошлом году. И особо приятно, что в этот раз довольно много ребят стремились показать свои творческие способности. Эта своеобразная минута славы надолго запомнится всем участникам. Наталья Чеботарь, Андрей Романовский, Бессарабия ТВ.